Меня зовут Анжела Тароярова, мне 25 лет, я работаю журналистом на сайте 22, город Благовещенск, Амурская область. У нас небольшая редакция, и таких по всей стране много. Мы каждая часть одной страны, самой большой страны в мире, и управлять такой страной, конечно же, сложно. Не секрет, что власть на местах не всегда бывает идеальна, и отсюда у людей складывается мнение, что и федеральная власть тоже обманывает. Что должны делать мы? Мы должны писать о проблемах людей и доносить их на самый высокий федеральный уровень. И когда люди узнают, что их проблемы услышаны, что их проблемы решаются, они поверят в государство, они поверят, что страна за них заступится, что государство их не оставит, что государство будет бороться с их проблемами. А это очень важно сейчас, особенно сейчас, когда за пределами России война. Очень важно верить в свою страну.